Так, всем привет! Небольшой весенний, хотел сказать, стрим. Значит, мы с вами находимся на роднике. Я вот тут заехал, я думаю, вдруг он доступен. Но, к сожалению, нет. Я вот не знаю, сейчас я спущусь немножко туда. В общем, сейчас я надеюсь, что меня слышно. Вот, звук плохой у камеры. Значит, немножко расскажу про наши новости. Вот. Ну, здесь вот затоплено. О. Вон там эта крышка люка. Ух ты. Я вот тут один раз пугнул эту цаплю. Такая красивая. О, серая. Огромная. Вот. Значит, мы с вами выкатился я. Вернее, ну, с вами выкатился на нашем стелсе. Вон он стоит, стелс-навигатор. Он сейчас в режиме, знаете, называю, превозмогатор. То есть у него спереди и сзади большие покрышки, 42-е. Значит, стоит система, видите, значит, на 3 звезды. Вот, значит, я тут планирую поставить переклюк вот на эту трубу. Переклюк. Тут видите, в чем дело? Они сделали снизу салазки вторые для тросика. Вот, а бонку они не сделали. Ну, то есть надо или колхозить вторую бонку. Ну, я, знаете что, я заказал этот сплошной тросик. Вот, и тогда это будет серьезный аппарат для походов. Пока ездим в таком режиме. Значит, как я уже говорил, чейнлайн выровнялся. То есть нормальный боевой чейнлайн. Вот, потом, видите, у системы шатуны, это вот джампер трека, они как бы не развалены, я не знаю, не помню, как называется вот этот. Ну, то есть ноги не в раскоряку, а близко. И знаете, это удобнее. Вот, так что всех поздравляю с весной. Всем желаю покатушек. Кто-то вот это участок, кто-то его купил. Ну вот, в принципе, нас могут отсюда выгнать. Все, едем на колодец. Небольшое видео. Скоро Пасха, 16 числа. Вот. А, ну вот здесь мой, я сегодня перешил, крепеж для режима байкпакинга будет, сумка. Ну вот. А, поставил крылья с джампер трека. Единственное, крылья металлопластиковые, которые подходят для этих покрышек. Вот, и то весь намучился. И еще, знаете что, не торопитесь обкусывать сильно вот эти спицы. Мне пришлось тут крепить на багажник, потому что для 26-х было колес. Лучше пусть он дальше отходит. Такой вам совет. Все. День-день.